Россия ввела ответные санкции за Навального. То есть сначала Европа ввела санкции за отравление Навального, а потом моя родина ввела какие-то ответные. Мы с вами даже особо не понимаем, какие именно, но чувствуем, что в любом случае они их адресатам примерно как слону дробина. Для нас интереснее другое. Как в России, в принципе, объясняют то, что произошло с Навальным? За время, которое прошло с момента его госпитализации, а это у нас уже 3 месяца, мы слышали много разных версий. Был и самогон в деревне Кафтанчиково, и недостаток рафаэлок в организме, и коварные сторонники во главе с загадочной то ли Мариной, то ли Марией Певчих. И вот, наконец, выработалась генеральная линия. Во всяком случае, для экспортного применения. У России есть основания полагать, что все, что с ним произошло с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете. Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как принято говорить в таких случаях, однако, однако здравствуйте. здравствуйте. Как вы, наверное, знаете, на этом же канале я веду стрим «Культура заговора», где мы с Ильей Яблоковым обсуждаем всякого рода конспирологию. Поэтому не мог пройти мимо. Буквально рефлекс сработал. Значит, получается, Навальный, измучив организм диетами, довел себя до приступа панкреатита и комы неясного генеза. Его жена Юлия вызвала самолет из Германии. Мы-то дурачки, думаем, что на этом месте серьезные проблемы Навального начали, наконец, решаться, а на самом деле они только начались. И отравить Навального могли где угодно. Начиная с того момента, как каталка с ним въехала в салон медицинского самолета, и вплоть до клиники Шарите. Ничего исключить нельзя. Открытым остается вопрос, Навальный себя мучил диетами сам или его в темную использовали в своей тонкой игре иностранные спецслужбы? Даже интересно, как они убеждали его это сделать? Агент Freedom? Хай! Послушай, Майк, то есть Алекс, Алекс, следующий наш транш для вашего ФБК будет напрямую зависеть от потерь тобой твоей массы тела. Понял меня? И вот в это нам предлагают, если не поверить, то хотя бы на секунду допустить. Честно сказать, я совсем не специалист, поэтому не могу оценить, с чем связаны столь яркие галлюцинации и непреодолимое желание поделиться ими с окружающими. То ли с прекращением аргентинских поставок, то ли с их возобновлением, а может быть и с замещением. Если кто разбирается или, может, что знает, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях.